Эта братская дуэль вполне безобидная и дружелюбная. Фехтовальщики Кирилл и Антон Бородачевы тренируют уколы, выпады и защиту. В феврале такая же дуэль случилась в финале первенства Европы. Одолев всех соперников, братья встретились в главном матче турнира. Кирилл колол точнее и взял золотую медаль. Когда ты доходишь с братом именно до финала, это, конечно, не сложно. Ты уже понимаешь, и тебе не жалко, да? Ну, понимаешь, что победить сильнейших в этом бою, да? И тебе не жалко, да, допустим, отдать медаль золотую там, да, брату, либо там, чтобы занял какой-то другой, да, твой соперник. Финалы юниорских первенств для братьев – дело привычное. Они регулярно брали золото и вместе в командных соревнованиях, и по отдельности в личном разряде. Говорят, что успехов добиваются благодаря друг другу. Здоровое соперничество и конкуренция способствуют постоянному развитию. Кирилл начал, да, пораньше показывать результаты. Вот, он как-то поострее, что ли, он меня был. Вот, но мы с тренером тоже не переставали работать и подтягивались спокойно. Ну, можно так сказать, стремился за братом, да, за его результатом первыми. Успешно выступать на соревнованиях братьям помогает не только талант, но и отношение к делу, рассказывает их тренер Ирина Орлова. Они упорно тренируются, а на турнирах не теряют хладнокровия даже в самых сложных поединках. Они этим и отличаются от других спортсменов. Те, которые уже в ходе борьбы подустают, а особенно когда еще же мелкие вот эти движения, концентрация очень высокая, противник уже сникнет, а вот мои ребята все еще борются. В этом сезоне оба брата были в прекрасной форме. В рейтинге лучших рэперистов страны Кирилл был вторым, а Антон – четвертым. Они должны были ехать в Токио на летнюю Олимпиаду в составе сборной России. Но из-за пандемии турнир перенесли. Тем не менее, их планы не поменялись. Они все еще нацелены взять для страны командное олимпийское золото и встретиться друг с другом в финале личного разряда. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.